Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Голодный дракон». Так, Зубастик. Это наш первый дракончик, который нам доступен. Потом Безумный Жракс, Искра, Тони Кордраконы. Ничего себе. Факел и Хайд, Джелун. В общем, друзья мои, пока смотреть на это не стоит. У нас вот просто маленький Зубастик. Ну что же, выполнение миссии — самый быстрый способ получить монеты. Если вам не нравится миссия, ее можно пропустить с помощью кнопки дальше. Так, убить за один налет 5 канареек. Попробуем. Попробуем с тобой сейчас. Во-первых, нам, ребята, нужно кушать, если мы хотим здесь долго-долго с тобой жить и существовать в этом фэнтезийном мире. Нам нужно питаться. Поэтому и называется «Голодный дракон». Это из того же разряда, что и Angry Shark. Ну-ка, канаречки мои, вы родные. Ох, ничего себе, даже... А это кто тут сидит? Куда я побежал? Вот так вот, буду я с ним еще тюкаться здесь. Так, дай-ка мне... Канаречки. Так, удерживая с двух сторон для ускорения. Чего удерживать-то? А, понял. У нас, оказывается, ускорение есть. Огненная лихорадка! Сейчас зажарю тут всех. Паука сожрет. Ой. Это, по-моему, слишком большой паук для меня. Так, дай-ка я канаречек вот этих вот. Оп-оп-оп-оп. Интересно, что будет, если я большого паука съем? Или маленького? О, монетка, подожди, что это такое? Да, ой, паутина. Ладно, слушай, она мне ничего не делает. Что там у нас? Призраки даже какие-то тут. Кто вы, черт подери, такие? Дайте мне хоть схватить-то, хоть от... Так. Угу. Так, а где у нас? Я что-то забираю, поднимаю, непонятно пока что, ребята. Ой! А кто же знал-то, что тут такие вот бомбочки? Погоди! Мне показалось, или кто-то тут... Друзья мои, тут кто-то летает. Ой! Вот это да, ребята. Вот это невзначай. Я напоролся на огромного паука. Блин, я пауков боюсь. А тут такие большие пауки. Так. Мы с тобой зарабатываем очки. Новый рекорд. Всего получено... Ага, монеток. А что нам это дает? Опачки. Смотри, смотри, смотри. Чтобы открыть дракона Безумный Джракс. Вот нам нужно, ребята, с вами получить столько опыта. Слушай, этот дракон точно сидит на золоте? Или он что-то другое делает? Похож он почему-то на лепрекона. Ну ладно, давай-ка мы с тобой еще попробуем. Так, что такое ежедневное сокровище? Конечно, забрать. Они меня еще спрашивают. Так, использовать. Новинка. Что такое? Что за новинка? Так, используйте костюмы, чтобы придавать драконам неповторимый облик. Костюмы открываются по мере роста дракона. Питомцы и костюмы наделяют дракона особыми способностями. И, так, ну это на 5-м уровне только откроется, да? Такой повар. А есть у нас какие-нибудь питомцы? А, питомцев можно получать, открыв яйца. Так, вы можете позвать с собой питомцев. Они будут повсюду следовать за вами и помогать во время налета. А некоторые питомцы обладают удивительными способностями. А что мне нужно сделать для того, чтобы получить питомца? Ребята, я хочу питомца себе. Ты понимаешь, хочу питомца. Видимо, пока у меня нету. Да, и, ребята, здесь будет... Ух, йоу. Слушай, а мне начинает уже нравиться. Мне начинает уже нравиться. Ну что? Мы с тобой пойдем. Оставаться в живых 2 минуты. Да это проще простого, ребята. Всего, каких-то плешивых 2 минуты остаться в живых в этой игре. Да нам расплюнуть, согласись. Главное не напороться на вот этих больших гигантских пауков. И все будет хорошо. Так. Сидит тут. Смотри, смотри, сидит. Прохлаждается. Ох, как мы с тобой тут этих овец хромкаем, а. Просто... Ой, а это что такое за яйцо? Найдено яйцо, друзья мои, какое-то. Дай-ка я канареечек этих
Две минутки, да, нам сказали оставаться в живых. Слушай, я же могу вот этих паучков, да? Могу. Стая канареек. Слушай, а тут еще... А что это они за... Ого, смотри, какие птички. Перец. Миссия выполнена. А что за миссия? Я пока не знаю, друзья мои. А вот этих привидений мы не можем с тобой, да? Кушать, я так понимаю. Куда я лечу? Опа! Сожрал. Это, короче, какие-то крестьяне. О, смотри, тут. А что это он? А почему такой дерзкий, друзья мои? Почему такой... Нужен дракон М. Так, а вот мы с тобой букву С нашли. И непонятно, что все-таки эти призраки делают. Новый уровень, друзья, смотри, какие. Ох ты. Ты... Подожди, это кто? Подожди, а что случилось? Я завис, ребята. Странно, интересно, я там... Тихо, еще одна буква, ребята. У. Тут куча орлов. Так, огненная лихорадка. Твою ж налево. Эти мины вообще не взрываются никак. Тихо, сундук что ли какой-то? Что в нем? Я не пойму, что в нем, ребята. Почему он вот так вот периодически застревает? Объясни-ка мне на милость. Ой. Погоди-ка, мне показалось ли тут... Это кто такой? Это... Летающие зайцы? Вы сейчас серьезно? Ребят, летающие зайцы, это что-то новенькое. Ну, прикольненькое. О, я куда-то в поднебесную, ребята. В небеса вообще улетел. Так, паук, нечего тебе тут делать. Сейчас всех срумкаю. Этих трогать нельзя, да, они... О, овечки. По-моему, мы, ребята, уже больше 2 минут выживаем с вами. Как по мне. А мы хоть растем вообще или нет? Скажи-ка мне на милость. Опа, овцу схрумкали. Что это за птичка такая? Есть обычные, есть какие-то то ли золотые, то ли позолоченные. Но я их всех ем. Ой, что это? Открытая область Звездный край. А зачем ты вниз-то пошел? Дракон, давай наверх. Он почему-то не может, ребят, туда. Меня с помощью поток... Ой, оу. Ничего себе. Ребят, я начинаю... Ну-ка еще разок. То есть меня как бы сюда подкидывает. Вон, смотри, там прям порталы аж целые. Фига себе. Я даже чего-чего бы я не подумал бы, что я смогу куда-то из меня улететь аж в космос. Как ни странно, но я смог. Нужна еда, говорят, блин. Нужна еда, ты понимаешь? Голод, голод наступает. Мне бы хоть какую-нибудь наживку. Это что такое? Я ведь съел? Ведь, по-моему, я съел, да? И опять мы голод... Тихо. Паука. Паука съедаем. Он целую кучу паучков я съел. А почему же ты такой голодный-то? Едим птичек, все есть. Что не так? Или он не наедается этими пауками? Ну-ка этого. Фу. А вот этого паука, ребят, к сожалению, мы и съесть не можем. Так, слушай, ну мы с тобой довольно неплохо полетали. Я думаю, уровня 2-то, наверное, получим, нет? Бонус выживания. Так, особые предметы. Опа. Смотри, 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 сколько мы с тобой зарабатываем. Так, 8 тысяч очков. Так, вот это яйцо можно открыть? Открыт новый костюм. Поваренок. И я его получил, ребят. Так это яйцо было там, которое это и есть, ребята. Новый костюм поваренок. Так, спасибо, что играете. Так. Спасибо, что играете в Hungry Shark Evolution. За преданность серии Hungry вас ждет акула в жух. Получите.
Я не знаю, ребята. Так, новинка. Мы можем с тобой взять, да, этого? Вот, смотри. А что он делает, вжух? Еда. А, еда плюс 10%. Слушай, я ведь могу вот это яйцо открыть. Так ведь? Да. И что нам здесь выпадет? Ох ты, обычный питомец. Разрушактель. Бонус еды. Так, любая добыча увеличивает показатель еды на 10%. Окей. А его тоже можно взять? Или только одного? То есть, получается, только я одного могу взять, да? Ну, давай вот это вот. Вжуха возьмем с тобой. Ну что? Мы с тобой отправляемся вывести. А, вывести. Пропустить бесплатно. Открыть. И что же у нас тут? А ну-ка, удиви. Обычный питомец. Разменяка. Сниженный урон от мин. О, даже как. Что у него с физиономией, ребят? Ты видел на его лицо? Так, обменяйтесь с другими игроками, чтобы выполнять задание. Так, ну, допустим. Ну, с другими игроками я не смогу объединиться. Во-первых, как? Фиг его знает, где я их возьму, других-то игроков. Смотри, у нас с тобой есть огнеметчик, да, и еда плюс 10%. Это у нашего первого дракончика. Чтобы получить другого... Ну, мне нравится, как мы выглядим. Так, опять яйцо здесь найдено. Так, ну-ка. Легкий такой, скажем, перекус, да? Подожди, подожди, не поймали, как-то не поймали. Поймали мы все. Ой, свинья, что это за свинья, ребят? Оу. Эта свинка была непростая. Так, огненная лихорадка. Так, буква Ю. Так, слопали. А что вот это за заяц? Мы его, короче, выковырили. Ой, опять. Опять этот. А почему нам говорят, нужна такая-то определенная буква? Для чего? Что она дает нам, буква эта? Так, тут летающие зайцы. Чего тут только нету? Пауки. О, смотри, золотой паук. Ну, все... Зайцы, иди сюда. Я тебя поймаю. Так, я его поймал все-таки, долетался он. Перец. Перец что дает нам? Огненную лихорадку. А привидением по барабану, да, короче? Так же, как вот этим большим гигантским паукам. Ух ты. Мешочек с золотом. Что же за... Воу, воу, воу. Иди сюда. Тетя, подожди, я тебе съесть хочу. Протеиновый коктейль. Ты серьезно? Протеиновый коктейль? Да, мы тут нормально так. О, так я думаю, что такое? Это же, оказывается, лучник. Ё-моё, по мне стрелял. Давай, съедай, съедай ее. Так, зайца там тоже доставай. Он там свободу захотел. Почему я его не поймал? Ага, схавали. Перекусим с тобой. Людишками, овечками. Куда, куда собрался? Опа, опа. Съели. Это кто? Кто такой? Так, этого-то хоть можем достать? Почти, почти, говорит. Куда побежал? Ты куда побежал? Нет, нет, нет. Вот этого сожри, отлично. А корову мы не можем, потому что нам дракон С написали нужен. А что значит? А пугало? Пугало тоже не могу слопать. Ах ты, гаденыш. Не, 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 ешь. Так, схавали. Иди сюда. Опять. Ребят, я не могу понять, почему. Почему до меня докапывается, а? Вот этот вот, почему? Прямо в пасть, он меня кусает, понимаешь? Какой-то черный дракон, почему он мне, извини, мне мешает? Ох ты. Тетю, мотю мы с тобой схавали. Мы такие кровожадные. Просто, ребят. Ага, ага. Попался, который кусался. Так, что у нас тут? Паучки. И хочет, он хочет от меня сбежать, да, как бы. Так, новый уровень, ребят, получил. А почему?
А что это с музыкой случилось? Такая музыка. В яблочко. Фигаблочко. Давай, давай, давай этого лучника. Так, мы с тобой находимся в старой деревне, оказывается. Так, дай-ка я этого кролика. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Почти, почти написано, почти. Так. Ох ты! Ты гляди-ка. Я не могу его, ребята, почему-то съесть. Не знаю, по какой причине. Йо! Вот это я обожаю. Ну? А почему его не поджечь-то? Почему его было, ребята... А, нужен дракон ранга S. Да, то есть это, наверное, какой-то супер мощный, наверное, дракон. Ну, я так понимаю. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Что? Ага, ага, захотели. Никакой свободы, правильно, съедаем их. Птичек, птичек целая орда. Мина! Господи, как же ты мину-то не заметил, а? Речка, ох ты, XXL! Блин, я не понимаю, вот этот дракон, что ему надо, что он до меня докопался? Ребят, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Какого лешего этот дракон ко мне прицепился, черный? Он намного меньше меня, но я почему-то не могу его одолеть. Так, новый рекорд. Так, смотри. Неплохо монет у нас с тобой. Ага. Так. Подожди, я даже ничего не нажал. Почему вы закрыли все сразу же? Там, блин, было яйцо, там. Великий воин света, предвестник рассвета всех драконов и вершитель правосудия. XXL, ты прикидываешь? И стоит это чудо вместо 5750 рублей 1150 рублей. Жестко, ребята, жестко. Так, давай-ка мы выведем с тобой. Ага. Гемы у нас есть? Есть, но не хватает. Использовать. Так, а вот это вот вообще вырастет у нас или нет, шкала? Или это просто так сделано? Так, вжух, оу. Слушай, еда, а это урон от мин. Тут еще супер ускорение. Бросает огненные шары. О, так тут. Ёпрзаты. Слушай, нам совсем чуть-чуть с тобой не хватает, чтобы получить зубастика. Но сегодня мы его получим. А, тут еще драконы вон как разделяются. Умбра. Это трэш. Ты видел? Какая здоровая. Да, так можно, ребята, и заикой стать нечаянно. Ладно, мы, короче, с тобой должны еще получать приличное количество опыта для того, чтобы, кстати, нашествие кроликов. 2 дня 4 часа. Это что-то за событие. Может быть, вот эти кролики, которые прячутся в ямке, я их ловлю. Надо будет посмотреть хорошенько. Так, смотри-ка, это что у нас за железный дровосек тут сидит? Так, мы с тобой хаваем, да? А вот что такое мега, интересно? Во, кролик. Он летал, я его, оп, поймал. Мы схаваем всех. Вот этих призраков, ребята, нужен дракон Эль. Элочка, да? Миссия выполнена, какая тут пока. О, свинюха. Ну. Есть. Я поймал. Так, кролик, иди сюда. Свобода, никакой тебе свободы. Захотел чего. Надо вот этих вот канареечек ловить. Они вкусные, сытные, аппетитные. Так, паучки. А ну-ка. А где там у нас космос? Ты помнишь, мы с тобой в космос как-то летали? Где у нас тут? Есть такое еще или нет? Так, подожди. А что будет, если... А, мы собираем слово «hungry», «голод». Вот оно что. И что будет, если мы с тобой соберем полностью? Как ты думаешь? Я не знаю лично. Так, кролик. Сколько же таких кроликов нужно мне, друзья мои, поймать? Ускорение. Я вам сейчас покаркаю здесь. Каркушечки. Опа. Блин. Да почему же огненная лихорадка? Слушай, хорошо, я так сейчас их тут прожарил. Прям до хрустящей курочки. Ну-ка. Давай, давай, ловим всех. Стаи канареечек. Так, у нас с тобой
Ну, жизни-то я вижу, где наши жизни. А где карта? Тут карта вообще есть? Чтобы я хоть как-то хоть маленько ориентировался. Опа, овечки. Блин, большого паука нам не съесть. Этот сундук уже открыт, да, я так понимаю? Тимиды. Слушай, а он ловит, он тоже, ребята, этот маленький наш помощник, он тоже периодически делает легкий перекус. Ой, мина. Что там, кто строчит? Ах ты лучник несчастный. Захавали мы его. Так, надо будет еще поиграть. Вот, опять он прицепился. Так, чего? А я туда не могу, да, просочиться. Опа, смотри, сколько монет. И это я все заберу. Эти монетки мне пригодятся. Вот это, что за фея тут? Почему, а почему я не могу ее поймать? А, нужен дракон С. Так, друзья мои, мне надо срочно перекусить. А где наш голод обозначается? Я вижу ой-ой-ой, я вижу наши жизни, а вот... Ты посмотри. Бесплатно. Не успел я, да, короче, нажать на бесплатно. Так, бонус выживания 33 монеты. Куча сундуков. Выполнено. Съесть за один налет позолоченных. Так, две добычи. Так, набранных 4 очка. Есть! Открыт новый дракон. Безумный Жракс. Добыча покрупнее. Ранга С. Получить, конечно, получить. О, напоминает мне чем-то, ребята, крокодила. Очень похож. Так, ну что, что я должен сделать? Что я должен сделать, чтобы поделиться обязательно? Если не хочу делиться. Эй, ну я понял, понял. Что мне нужно сделать дальше-то? Так, ну что, я буду использовать вот этого нашего нового дракончика, друзья мои. Так, новинка. Придайте своему дракону индивидуальности с помощью уникального огня. Огонь можно изменить у всех драконов, кроме легендарных. Устраивайте во время налетов эпичные огненные лихорадки. Ага. Чё себе. А, ну это нужно, надо покупать. Так, и новинка, да? Берем с тобой. Давай возьмем этого малыша, так сказать. А что тут такое бесплатно у нас моргает? Так. Пригласить. Ёлки-палки, посмотри. Чего тут только нету. Так, ну что. Дракона мы с тобой выбрали. Теперь пора, наверное, и полетать. Тут еще турнир какой-то идет. Нашествие кроликов. Кролики заполняют мир. Так, соревнуйтесь с другими игроками в новых сезонах и продвигайтесь в лучшие лиги, чтобы получить крутые награды. Я этого даже не знал, ребят. Тут еще, оказывается, есть лиги какие-то. Так, ну что, давай посмотрим с тобой. Это ранг S, соответственно, этот дракон должен поедать уже тех самых малюток, которых не мог предыдущий слопать. В общем, давай смотреть. Расправляем крылья. Вот они мы. Слушай, мало того, что он это, так он еще, по-моему, очень быстро ест. В разы быстрее, чем наш первый дракон. Так, сейчас мы тут похаваем с тобой. От души куда побежал? А этот щегол, который тут, помнишь, нам мешал, он прилетит или нет? Ну-ка. А-а-а, подожди, подожди. Что ты? А что случилось с тобой? Бедный же застрял. Давай, давай этого достаем. Угу. Отлично.
Так, я могу этих... Ну, этих я и мог, в принципе, есть маленьких пауков, а... Вот он. Вот он, друзья мои. Так, отдай гем. Наконец-то, ребят, я... Ого, а это что такое? Это надо есть? Это не надо, ребята, есть. Это отнимает у меня жизни. Слишком поздно. Ой-ой-ой-ой-ой, слишком поздно я это увидел. Так, с привидениями понятно, да? Лучше не шутить. Город чего? Город гоблинов открыл я. Допустим. Что это у нас тут летает? А, гоблины, смотри, действительно гоблины тут шоркаются. Так, этого паука. Я смогу этого паука съесть? Нет. Кто? Ты чего, гоблин, совсем что ли опупел? Он в меня что там свои фаербольчики стреляет? Ну-ка иди сюда. И ты тоже иди сюда. Схавали мы его. Город гоблинов, понимаешь ли. Съедаем их всех. Опять мина. Так, мало здоровья, ребята. Так. Где он? Где этот паук? Иди сюда. У нас мало здоровья, ребят. Нам нужно восстановить его. А восстанавливаем мы, конечно же, когда питаемся. О! То, что нужно. Куда? Куда побежал? Все тут вам спалю. Так, они все ниже, ниже, ниже. Так, а этот, смотри-ка, это какой-то прям драчун. Куда побежал, родной мой? Так, это типа рыцари, да? Ого. Ой, какие интересные растения здесь. Они, наверное, отравляют. Мне кажется, они отравляют. Свинушка. Это кто еще? Это что за летающий гоблин? Так, подожди, мины, 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 мины. О, ведьма. Ведьма, ребята. Хе-хе-хе, досмеялась? Так, вот он тот дракон, который меня тогда выводил из себя. Вообще на изи, ребята. Иди-ка сюда, я тебя схаваю. Даже корову, ребята, могу рвать. Просто имба. Дай-ка я вот эту корову тоже съем. Так, отлично. Куда, 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 куда побежала? Он какой-то просто ненасытный у нас. Слушай, а почему он золотой, а, ребят? Так, подожди, ты... Вот это вот периодически, ребята, какой-то вот бывает... Он встрянет. А этого можно теперь слопать? Нет. До сих пор я почему-то не могу схавать именно этого чувачка, который с вилами. Как ни странно. Он пока мне не поддается. Ох ты, летучие мыши. Так, иди сюда. Дракон. Да выпендривался. Слушай, мне кажется... Опа, сундук. Лягушащие водопады я открыл. Куда, куда, куда? Почему я не могу туда пройти? Ого! Ты посмотри! Ребята! Ребята, они меня... Уходим! Уходим, 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 друзья мои. Тут еще, оказывается, есть такие противники. То есть, которые посильнее меня будут, посерьезнее. Так, где это? Птички, птички, этих съедаем всех. Дай птичек мне перекусить. Так, что тут у нас? Захавали. Новый уровень, ребята, я получил. Вот. Ой, извините. Я не хотел. Так, нужен М. То есть, получается, мне туда, ребята, не пройти. А эту я могу съесть уже? Нет. Опа, буква. Огненная лихорадка. Почему-то огненная лихорадка. Че, а почему? Ох ты. А че это такая она стала? Смотри. Получен сундук. Это я куда попал, друзья мои? Это что за место? Пришельцы? Это серьезно? А что это за звездочки? Блин, я не успел, ребят.
До этого... О, молодец. Мой маленький напарничек, он мне помог этого схавать. Орлан, иди сюда. Вот так вот. У нас почему-то жизни. Я, ребята, когда там туда поднимаюсь наверх, у меня жизни почему-то быстро тратится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты видел? Ты видел, там дракон летал, какой гигантский. Нужна еда, говорят. Блин, нужна еда, где же я возьму тебе еды-то? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Можно, конечно, бесплатно, но почему-то эта фигня не работает. Блин. Когда же я этих пауков-то гигантских буду хавать, а, друзья мои? Они меня напрягают. И везде кто-то мешается, понимаешь? Опа, нифига мы тут очков набрали с тобой. Так, получи на 260 монет больше. Зачем? А что, я только один сундук, что ли, получил? Нет, вот оно. Фух. Это что такое? Я, главное, написали. Я. Ну ладно, пускай будет я. Так, получить. Открыть новый костюм. Радиация, 1700. Хочу, ребят, получить этот костюм. Это противоядие у нас, да? Вау. Капитан Крюк. Красная смерть. Что такое красная смерть? Снижает урон от яда на 100%. Увеличивает длительность огненной лихорадки на 100%. Хочу. Новое достижение, друзья мои. Коллекционер. Слушай, ну, блин, а прикольно, ребята, на самом-то деле. Ну что? Сколько нам для того, чтобы получить нового? Нового, ребята, дракона. А дракон новый будет, я так понимаю, искры. Нам нужно с тобой, ну, еще прилично набрать. Ну чё? Что за турнир? Давай проверим. Так, в этом турнире у вас будет особый дракон. Костюм, а также несколько питомцев. Йо, особый дракон Данте. Бесплатно предлагает мне, ребят. Я никогда не отказываюсь от бесплатного, ребята. Поэтому давай посмотрим, что это за дракон и что нам вообще нужно делать. Данте. Так выглядит прикольно. Давай-ка мы посмотрим. Поливаем помидоры и хищные растения. Ты погляди. Ой. Да кто так? Да кто сейчас такой был, ребят? Мы и призраков с тобой тут вообще на изи едим. Так, бомбочки, наверное, не будем трогать. Ох ты, гаденыш. Так, съедаем, съедаем с тобой этих драконов. Так, сундучок. А что я должен здесь делать? Ты помнишь, я что-то вот подзабыл, что я тут должен сделать? Занять какие-то... Что такое? Так, паука мы этого съели. То есть мне нужно вот таким вот быть здоровым, да? Хаваем все. Ты посмотри, а. Едим. Не так. У него здоровье, ты посмотри сколько. Полоска жизни. Не кисло, да? Так, иди сюда. Ты что, мелкий тут? Решил на меня напасть? Зря ты этот, парнишка, зря. Опа, а это что такое, ребят? Это что такое? А-а-а! Вот оно как работает. Смотри, что он творит. Вот это мы... Ой. Давай хавать. Кто такой, ребята? Блин, это какой-то золотой, я не помню, великан, что ли? Или кто это такой вообще? Какой-то великан, по-моему, да? Время вышло. А, значит, этот уровень у нас на время идет. Так, 41-й, я. Слушай, ну мне понравилось, на самом деле. Только вот что это за великаны такие там внизу?
Так, ну что, ребята, вход, нифига себе, 5000 монет просит. У меня нет столько денег. Начнем с этого. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим. Ну, а ты пиши в комментариях, как тебе эта игрушка, понравилась или нет. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.